Наша компания в России работает 4-й год, 3 года уже на выставке, да. Вот. Мы занимаемся и услугами, и предоставляем продажу оборудования. Да? Оборудование производится в Польше. Вот. И это как бы автоматизированное решение для 3D-фотографии 360. Вы ставите предмет и на выходе получаете через 3 минуты уже готовое решение для сайта. У нас полностью автоматизированный комплекс для 3D 360 фотографий. Вам не надо изобретать каких-то дополнительных вещей для освещения, для как бы поворота этих фотографий. Да, вы ставите, нажимаете кнопку, запускаете, через 3 минуты у вас готово. Все. Буквально, наверное, 2-3 недели, и человек уже будет работать на оборудовании. Тут самое главное просто, чтобы человек знал компьютер и какие-то там навыки работы с фотоаппаратом, наверное, и все. Вот. Остальное здесь программа, она похожа чем-то на другие графические программы, да, и тут легко привыкают. Спектр клиентов разный, это могут быть крупные компании, которые демонстрируют свои товары в интернете, у которых есть интернет-магазины, а могут быть тоже компании, которые производят какие-то вещи, но хотят, чтобы их контент в интернете выглядел красиво. Поэтому здесь тяжело так сказать, кто именно. Да, здесь от маленького клиента, который покупает товар и продает, он может делать эти фотографии, а может быть тоже крупный производитель, вот, к примеру, там, как компания Sportmaster, La Moda и так далее. У нас самый максимальный фотостудио, Alpha Shot Studio, да, 2XL, он как раз для человеческого роста. Наверное, микро для таких средних, маленьких предметов ювелирных. И XL, он как бы для таких средних предметов, как сумки, детские автокресла, такие предметы. Но вот то, что было 3 года тому назад, люди просто даже не знали, для чего это можно использовать. Вообще думали, что это какой-то рентгеновский аппарат. Да? Сейчас, да, люди намного легче это воспринимают.